Государственные технические осмотры в войсковой части 55-26 проводят два раза в год – весной и осенью. Все потому, что исправное состояние транспортного средства – одно из необходимых условий для военнослужащих при выполнении служебных обязанностей. В плановой проверке состояния транспорта задействовано около 40 человек – проверяющий состав, водители и члены мастерской. У каждого своя задача. У одних – детально проверить техническое состояние каждого транспортного средства, у других – пройти техосмотр. Все транспортные средства, как военнослужащих, в воинских частях, так и в гражданских, проходит технический осмотр. Для воинской части нашей это будет задача, которая стоит перед каждым военнослужащим, она как рубеж, как контрольная точка. Соответственно, к этому моменту техника должна быть не только техисправна, но и должна показать, что она максимально готова. Устраняются все, даже малейшие недостатки. Визуально машины проходят покраску, происходит сезонное обслуживание, и это мероприятие оно подводит итог всего комплекса работ по обслуживанию техники в течение года. В парке войсковой части 55-26 находится 33 единицы техники, и их подготовка к государственному техосмотру длилась не один день. На протяжении 2 месяцев военнослужащие приводили в порядок внешний и внутренний вид закрепленного за ними транспортного средства. За 2 месяца военнослужащие, значит, дефектуются машины, проверяется техника на предмет исправности, на предмет оборудования, наличия имущества. Подготавливается после зимнего периода, проводится подготовка техники уже уже к летнему периоду, и, соответственно, происходит доработка тех моментов, которые уже поломки, предупредительно-плановая система готовности машин. Государственный технический осмотр военной техники – дело не быстрое. Проверка документов внешнего вида транспортного средства и его технического состояния занимает несколько дней, а потому результаты оценка подготовки всей войсковой части будет озвучена по окончанию всех мероприятий. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.